Всем привет! Сегодня мы с вами будем сажать ранункулюс, то есть лютик. Родом он из Малой Азии, растет он на болотистых местах и называют его еще лягушка. Вот такими корневищами продается, сухими. Семена мы покупали на ВДНХ. Желтого у меня цвета. Там есть разные цвета: розовые, красные, оранжевые. И для того, чтобы их размочить, мы берем плошку, насыпаем туда немного земли и разбавляем водой с фитоспорином. У меня вот такой жидкий реаниматор. И кладем корневищем вниз. Где-то через 4 часа они набухнут, и мы с вами посмотрим. И накрываем крышкой. Сейчас я сделаю здесь отверстие и отставлю. Смотрите, прошло 3 часа, и корни увеличились в размерах. Они как бы напитались влагой и ожили. И сейчас мы с вами будем их сажать. Итак, я насыпала земли. И теперь мы их сажаем. Естественно, корнями вниз. Так. Мы их разместили. И сейчас нужно досыпать земли. Итак, я их присыпала землей и поливаю. Я посадила так, чтобы вот эти верхушечки были свободны от земли. Вот и все. Теперь ставим или на подоконник, или под лампу. В моем случае под лампу. Надеюсь, я вам была полезна. Давайте наблюдать дальше, зайдет у нас или нет. Когда вот здесь появятся росточки, мы досыпем немножко земли. Я специально оставила немного места. Всем пока!